демонстрирую лучшие стельки, которые я нашел для теннисиста. Сначала одни из худших. Одни из худших — это составные стельки, которые вот из чего-то состоят. Так, ну естественно, сразу что-то теряется. Нафиг не нужны. Выкидываем. Лучшая. Называется Принц. Кстати, одна из фирм, которая производит ракет. Стоимость такой. Она цельная. Она мягкая. Она вот так устроена. Это стелька только. Стелька уже похожа на протектор кроссовок для тенниса. Ну, допустим, кроссовок. Стелька. Ну, так ложим. И она, это состояние стельки при интенсивных тренировках полгода. Ничего с ней вообще не случилось. Все остальные стельки за полгода в хлам по сравнению с этой. Говорят, производители еще 50 лет назад договорились производить только то, что в течение какого-то времени должно ломаться. Вечные детали не производить. Видно, Принц тут немножко ошиблись. Произвели одну из вечных стелек. Удачи всем.